Итак, друзья, в этой части мы также будем играть за полицейского, но на машине гонщика теперь. Давайте проверим, как у нас будет получаться. Что ж, выбираем точку старта, начинаем. Итак, начинаем перехват. Давайте остановим подозреваемого. Машинку нам классную дали. Чё-то он тупит, блин, врезался куда-то. Давайте сейчас в него врежемся вот так. Боя. Ах, блин, не получилось. Так, что ж, догоняем его. Мы можем потерять подозреваемого. Ух ты, даже так? Вообще, как быстро набирает разгон. Машинка классная. Отразил нам Эми. Ах ты. Ударную волну использовали. Ну чё ты творишь-то? Всё, готово. Как мы в него врезались. Отлично. Так. Начинаем ход курсайд. Преследую нарушителей. Гонка по магистрали 4. Вас поняли. Арестуйте всех участников гонки до ее завершения. Так. Сколько их тут? Трое. Что ж, давайте попробуем. А нет, четверо. Вот сзади еще один едет. Так, взламываем вот этого. Ну уйди. Ух, как он улетел от ударной волны. Давай, 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 давай. Как мы его ударной волной. Убиваем. Так, того мы сбили. Что ж, гонщик арестован, отлично. 300 километров набрали в час. Вот эта машина вообще классная. Получай. Ух. Чё так-то разогнались, блин. Давайте еще взломаем его сейчас. Так, все, отлично, выровняли. Нарушитель получил удар. Может, теперь одумается. Не отдумался нифига. Этот парень меня атаковал. Попадание ESP. Так, гонщик арестован. Отлично. Так, а где остальные? А, вот сзади один. Догоняем и этого. Какую он бешеную скорость набрал.
сейчас мы тебя взломаем. Ах, блин. Думал, он остановится, а он все-таки поехал дальше. Так, вот последний раз нам его взломать надо. Все. Отлично. Так, четырех мы арестовали. Идем починим машину. Вот впереди как раз. Стоп. Так, это командный пост. Упс. Так, машина отремонтирована. Вот за этим сейчас мы будем гнаться, наверное. Да, давайте за этим погонимся. Получил. Так, сейчас мы тебя взломаем. Ах! Блин, не получилось. Но сейчас мы его догоним. Куда ты, ну? Как нас занесло. Так, ну что там с ним? Где он там? Вот он едет. Уйди с дороги. Так, сейчас нам только одну ударную волну надо использовать и все. Или один раз так хорошенько в него врезаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, это было жестоко. Так, а где же он тут свернул? Ну, ё-моё. Всё, по-моему, потеряли. Да, вообще супер. Осталось немного, и он удрал. Так, что у нас тут? Перехват. Что ж, перехватим. О, уже у него мало ХП. Получай. Ай, блин, использовали ударную волну, а сами пострадали. Так, где же он тут? Все, потеряли, наверное, его. А, нет, вот он. Но он очень далеко, кстати.
Да, скрылся гад. Хотя вот мы его видим все равно. Он едет. Все, гонщик арестован. Только нам почему-то не засчитали. Не знаю почему. Так, погоня началась. А где? На карте никого не вижу. Куда они там поехали? Никого я не вижу на карте. Так, развернуться в эту сторону, блин. Так, начинаем перехват. Все, погнали. Что это было вообще? Что он творит? Не могу никак понять. Подозреваемый задержан так быстренько. Так, поехали. Выполним следующее наше задание. Код Форсайт. Итак, начинаем. Так, вот у нас тут три подозреваемых сразу, отличненько. Так, этого мы сейчас взломаем. Использовал ударную волну, гад. Вот урод. Сейчас мы тебя взломаем. Гонщик арестован. Отлично. Вот, блин, как он обманул. Так, Эми. Гад. Что он нам тут кинул? Эми, по-моему. Тоже используют гады. Все, получил. Так, еще нам надо арестовать троих. Машина отремонтирована. Отлично. Так, взломаем сейчас мы вот этого. Получай. Поставил нам шипы, но мы на них не наехали. Сейчас мы тебя еще раз взломаем. Ах! Нет, 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 нет! Ну давай! Есть! Получай! Отлично.
Так, идем выполнять следующее задание. Надо еще арестовать двоих. Вот на карте есть, опять же, вход в Форсайт. Поедем и выполним его. Так, погоня началась. Ну ладно. Стоп! Да, шикарно просто. Как же он нас обманул. Так, вот он. Наверное, у нас от нас он не отстал. И мы его сможем догнать. Как красиво мы его. Гад использовал ударную волну. Получаем, мы тоже можем так. Ой. Своего еще не задержал. Так, ну что ж. Теперь идем выполнять следующее задание. Так, это перехват у нас. Да, начать перехват. Что ж, принимаем. Получена ориентировка на 10.44. Всем смотреть оба. Как раз вот нам надо вот этого арестовать, и мы выполним задание. Так, погоня началась. Использовал шипы, гад. Получай. Так, блин, промазали. Так, давайте еще раз, Эйми. Все, получил. Так, командный пост. Поехали. 184 опыта мы получили за раз. Вообще шикарно. Вот 109 опыта, 109 тысяч. 5, новая машина. Феррари. Глава 6. Замахнуться на высшую лигу. Появление гонщика, называющего себя F8 или Рок, за одну ночь спровоцировала взрыв насилия на дорогах. Представители ФБР заявляют, что делают все возможное для восстановления порядка. Им пришлось вызвать всех отстраненных офицеров и немедленно вернуть их на дорогу, а лучших из них перевести в ОДТ, отряд дорожного реагирования ФБР. Добро пожаловать на отбор в ОДР. Есть причины, по которым мы редко берем копов. После вашего провала в дело вступаем мы, и мы последняя инстанция. С помощью современных средств мы находим цель и расправляемся с ней. Видя хаос, полицейские пытаются создать порядок. Мы научим вас действовать наоборот. Вы сами будете создавать хаос для наших врагов. Хаос станет вашим оружием. Вы не сможете без него жить. Пора изменить ход игры. Итак, золото за реагирование и золото за перехват.
Следующее. Золото за перехват и золото за ход Пурсайт. И последнее. Золото ход Пурсайт и золото реагирование. Что ж, какое самое сложное? Я думаю, вот это. Реагирование и ход Пурсайт, золото. Что ж, давайте попробуем это пройти. Но мы это пройдем в следующей части. Так что смотрим следующую часть. Всем удачи!